Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Зинаида Голубева. Я художник, преподаватель по росписи. К празднику Пасхи традиционно мы готовим праздничный стол, расписываем яйца. И сейчас я покажу вам две несложные композиции, которые можно украсить пасхальный сувенир. Первая техника будет по мотивам знаменитой хохломы. Это узоры, травы, цветы на золотом фоне. Вторая техника по мотивам жостовской росписи. Я покажу вам жостовскую розу. Итак, вперед!